Здрасте, здрасте. Продолжаем наше приключение. Идем мы там искать какую-то дамочку. Вот. Я понимаю, что месяц штука такая, да. Но тут немножко я, конечно, странный очень сценарий. Ну, хотя, может быть, он и оправдывает себя, она мстит. Джоэл был для нее как отец. Ладно, давай. Куда нам идти? Тут нету никаких ни маркеров, ни хрена. Давай куда-нибудь да пойдем. Что у меня есть? У меня ничего нету, пацаны. Вообще у меня полностью все по нулям. Вот. Давай вот этот. Куда тут можно смотреть? Трасса номер 5. Где-то там. Куда-то туда мне, по прямой туда вот надо идти. Давай пока возьмем этот. Ну, если есть возможность, давайте тут оббегаем все, правильно? Тут нельзя ничего. Тут везде пустота. Окей, ну я знаю, что сюда не нужно идти, просто я мало ли. Давай-ка сбегаем. Ну что, погнали сюда. Вон. Вон вижу. Туда, туда, наверх и куда-то туда. Наверное. Ну, вперед. Что вперед, нам точно не туда надо. Давай зайдем, посмотрим, что здесь есть. Тут ни хрена нету. А, ну, в принципе, сюда можно зайти, а назад она уже не выйдет, все. Все, я понял. Так, тут что-то лежит вот у нас. Мы все пособирали, да? Что может быть? Получается, что да. Ну а теперь куда нам? Где-то какой-то генератор шумит. Я слышу. Здесь. Так выбора больше нету никуда. Выбора-то особо и нет, куда идти. Похожую локацию вот точно вот такую показывали в трейлере. Вот она вот в таких вот похожих где-то вот в здании, вот с такими вот полочками, встретилась со шрамами с этими. Это хорошо. Так, что-то мы можем сделать. Например, аптечку.
Тут забрали все, что можно. Тут 3 патрона, офигеть. Офигеть, если я сейчас с кем-то тут встречусь, это будет жопа просто. Для дробовика 1 патрон. Отлично. Кто знает, сколько псов в этой больнице. Ладно, вперед. Давай, пошли вперед. 2-3 патрона. А здесь разобью стекло, я залезу туда. О, я думал, ты манекен стоит, слушай. По-моему, я слышу крики человеческие. Что будем делать? Там ходоки эти ходят вон. И просто стоят они. Ну тут двоих пока я вижу. Что, разбить стекло попробовать? Давай попробуем, бог с ним, что будет, то будет. Надо просто где-то стать спрятаться. Если она докинет. А, походу, они не могут вылезти через этот. Через препятствие. Вон они тупо ходят и все. Трое там их все-таки. Или четверо. Там, короче, целая их орда. Судя по всему, да. Не знаю, правильно, неправильно я поступил. По крайней мере, один живой. И тот сейчас горит. Меня увидели. Вот так вот. Ну что, зря мы сюда пошли, не зря, давай посмотрим. В принципе, сделал нормально, но потратил 2 коктейля молота. Может быть, с одним можно было, не знаю. Это записка есть. Список дезертиров. Для просмотра нажмите. Так, Вудс, вот список дезертиров. Сисун Хан, Андрей Крис Марш, Адам Питерс. П.
похищенным припасом было оружие, будь осторожен, хотя предпочитаю захватить живым, не рискуйте собственными жизнями при любых признаках опасности, решая открыть огонь на поражение. Если бы они просто хотели уйти, мы бы что-нибудь придумали, но десятиста скажет, я не потерплю. Так, окей, тут кто-то, короче, убежал откуда-то. Ничего не могу сделать я. Два патрона, блядь. И все. Так. Давай, давай, давай назад. Тут вот он. Так, я могу что-то сделать. Давай мы вот так сделаем. Я могу починить этот. Вон. Топор хорошо бьет. Топор с одного удара получает сразу в голову. Видел, разрубил ему черепушку. О, бухлишка. Давай зайдем. Ну, здесь такая игра. Может быть, вам со стороны скучная, там мне прикольно. Ну, реально, как в жизни вот ходишь, как каждой мелочи радуешься, когда найдешь. В Дейзгане там этого добра, конечно, больше было. Ну и там и орды, вы сами видели, какие были. Вот. А здесь вот, вот. Если, например, какая-то вот барная стойка, то обязательно бухло здесь будет. Понимаете, дом, тогда получается больше там всяких тряпок, да, ножниц этих, с которых мы можем колющее, режущее делать. Вот это что такое? Это пустая банка. Так, туда можно сходить, но мы сейчас сходим сюда вот. Так, здесь ничего нету. Наверх не заберемся. Ну, открой. Бутылочку нашли какую-то. Еще бутылочку. И что-то можем мы создать. Ну, давай сделаем коктейль Молотова. Такую еще ловушку можем сделать. Ловушки — это хорошо. Мне патрончику бы найти. У вас есть дополнительные 45, чтобы открыть меню модификации. Окей. Давай посмотрим, что тут у нас. 45 у нас есть. Что мы можем сделать? Здесь надо 60, чтобы повышать максимальный запас здоровья, кстати. Здесь мы что можем сделать? Больше дымовых бомб. Вот это можем. Дальность режима слуха. Вот это хорошая вещь. Изучаем. Теперь нам нужно 60 насобирать, чтобы я смог здоровье ей повысить. Тоже больно хлипкое оно у нее. Так, тут ничего нету. Здесь ничего. Табуретки. Салфетки, блядь. О. Ну, по идее, отсюда можно выходить. Угу. Еще туда вон можно зайти. Я зайду, как и выходил. Ну, только тут. Ну, хорошо. Получается, тут мы бегали. Вот тут мы были, тут мы не были. Вот в этом здании. Тут нас еще не было. Что здесь можем интересного найти? Это хорошо. Ну, игра умело балансирует, получается. Она, наверное, ну как-то тут разработчики кто делал. Они понимали, наверное, что
мы, наверное, после всех этих боев пустые, грубо говоря, будем. Хоть немножко дают, но патронов вообще нету, как вы видите. Вот там труп валяется какой-то, по-моему. Патронов нету, конечно, что мне эти коктейли Молотова. Что мне с ними делать? Ну, это все прекрасно, конечно, но... Блять, не знаю. Голову. Были люди, кому-то голову отрубили просто на все тут. О, что это за надпись? Ощути ее любовь. Что за хрень? Ощути ее любовь. Новая запись в дневнике. Джесс здесь, это хорошо, будет кому защитить Дину. Джесс его зовут. Хорошо, что он рядом, когда вокруг Вов. Может быть, он поможет нам быстрее закончить поиски. О том, чтобы возвращаться, я и слышать не желаю. Ощути ее любовь. Кто это вообще такие? Зачем они это сделали? Окей. Тут шахта лифта. Я могу наверх подняться по этой шахте. Сейчас поднимемся, только схожу туда, посмотрю. Вот сюда вот. Да давай залезь. Что здесь? Здесь нету ничего. Ну давай сходим в эту шахту, ну, в лифтерную вот спустимся. Посмотрим, что там. Так. И куда же нам тут надо? Не совсем понимаю. Ну, судя по всему, на сам лифт, наверное, залезть, наверное, надо. А теперь что? Я залез и... А, я таким образом на второй этаж сейчас попаду. Встань. Я таким образом залез на второй этаж. Что это нести? Что-то веревка, блядь, получается. А зачем она нужна? Я не совсем понимаю, зачем мне веревка. А, ну может сюда ее сбросить просто надо? Ну давай просто, пока пусть тут полежит. А я хочу сходить вон туда, вон, ребята. Пацаны. Черт, там есть чем поживиться. Заперто. Угу. Подожди. Так. Тут тоже окно открыто. Есть веревка. Я не уверен, конечно. А, стой. Я ж, по идее, могу спуститься. А как подняться? Она смогла подниматься.
Короче, я не то, что нужно сделал, блядь. Нужно подумать. Она, по крайней мере, она могла подниматься. Тут она не поднимается, например. Давай быстрее. Есть веревка, есть вот это вот. Получается, сюда я могу зайти. И что я отсюда сделаю? Я отсюда никуда ее не перекину, просто на всю веревку эту. Подожди, я не успокоюсь, пока сейчас не додумаюсь, как туда залезть. Есть веревка, куда ее можно скинуть? Есть тут. Давай еще раз слезу. И куда я могу ее закинуть? Она якобы она не полетит даже. Так, смотрим. Туда без толку, туда без толку. А ты точно не сможешь подняться вот сейчас вот тут? Нет. Бросил вообще ее, блядь. Бери нахуй. Охерела, блядь. Тянуть ты можешь это? Не. Ну нет, тут что-то не то, блядь. Подожди, а если я перекину через этот? О, попал бы, я сейчас с этой веревкой буду возиться 3 часа. Ладно. Перемотайте, если вам не интересно. Разрешаю. Мне просто интересно, там по-любому туда можно попасть как-то. Тут есть веревка. Совет. Как бы мне туда попасть? Разбейте. Разбейте стекло, чтобы бросить веревку между прутьями. Вот так вот. Вы поняли это? Я примерно все то же, все, что нужно, делал. Ага, разбил, блядь. Так, мне нужен этот. Игра как умело подает нам. Где тут кирпичи валялись? Ёлки-палки. Между прочим. Не кирпичи надо найти, блядь. Патроны я тратить на это дерьмо не буду.
Давай побежали. О, что-то валялось тут. Можем что-то сделать, подожди. Сейчас сделаем. Короче, здесь, пацаны, здесь логика такая, как в жизни. Таки что я сделал, что я разбил? Что теперь? Что это, блядь? Так и толку, что я разбил, но. Может быть, не между этими прутьями надо было разбить, а между вот этими вот. О, побежали. В натуре я разбил не там, где надо. Сейчас, подождите. Тут бутылок много было. Прикол, я слушай ты. Вон нашел сам себе занятие, да? Думаете вы, блядь. Вадим, блядь. А она, блядь, тут даже докинуть не может. И надо обязательно сейчас залазить на эту. Тихо ты. Запрыгни. Вот, теперь точно сейчас все получится. Сколько стекла понабивали? Офигеть просто. Хулиганье. Да ну ты гонишь, блядь, что ли, Эля? Ты веревку не можешь, блядь, забросить, что ли? Как положено. Не расстраивай меня там, давай. Да я даже залезу тебе. Во. Блядь, выше надо было. А может, они имеют в виду, чтобы я оттуда теперь забрасываю свою веревку? О! И что, блядь, толку теперь? Что я сделал? Я только могу нести ее. Ну да, тут же, смотри, белым цветом вообще помечено же. Но если мы вот так сделаем, смотри, я имел в виду. Хуй там. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что-то было. Подожди. Во. Давай залазь сюда, блядь. О! Сбылась мечта, блядь, идиота, давай. Как тут раскачаться же можно. Стой.
И оба-на. И оба-на. Прыгай. Мало Так, ли. что у нас тут? У нас тут всякой ерунды. И ради чего я тут полчаса мучился? Ну, патроны есть. Один патрон для дробовика. Вот ради чего мы мучились. Так, мы там еще, по-моему, что-то сделать можем. Давай-ка вот это сделаем. Здесь у нас? Она так говорила, тут столько добра, наверное, лежит. Карточку нашли. Опять молния какая-то. Молния. Да уж. Тут чьи-то вон сумки лежат. Давай почитаем, что же здесь у нас. Саймон, надеюсь, ты никогда не прочтешь записку. Надеюсь, я смогу ее разорвать и сжечь, когда ты вернешься. Это было, не помню, через сколько времени после твоего ухода. Я вышла посмотреть, не идешь ли ты, и меня заметили эти люди в капюшонах. Они стали кричать, что я грешница, а потом начали стрелять. Я забежала в дом и заперлась. Сейчас я слышу только дождь, но боюсь, что они еще здесь. Надо бежать или остаться? Я совсем растеряна. Прости, что я такая слабая. Прости, что отпустила тебя в больницу одного. Прости, что не стала прятаться, как ты просил. Если со мной что-то случится, я хочу, чтобы ты знал, как я тебя люблю. Пожалуйста, возвращайся. Мне так страшно. Пейдж. Это не та Да. Пейдж, которая с головой отрубленной там лежит. Я вообще ожидал здесь патронов найти. Ну вот, немножко есть. Давайте перезарядим хотя бы. Вот, например. Теперь у нас 4 патрона. Блять, это вообще прикол, слушай. Здесь 3, как и было. Потом мы можем тут сейчас на перезарядку 2 патрона. Винтовка получается. Давай назад мы сейчас поставим этот. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. 4 патрончика, офигеть просто. Все? И это все? Ну, открой хоть уже эту дверь, блядь. Ну, вперед. Ну, вперед, блядь, она так издевается надо мной, что ли? 4 патрона, блядь, вперед, говорит. Номер 5. Все правильно. Номер 5, хорошо. Что-то я могу сделать, и что? Давай-ка мы сделаем, потому что сейчас, если начнется, если тут перестрелка какая-то, мне будет просто-навсего, ну, все жопа. Опять что-то можем сделать. Ну давай эту дымовушку сделаем, которая глушит. Мне показалось, что в машине что-то блескануло. Кто это побежал? Кот какой-то? Мусорка.
Надо туда попасть. Ага, надо туда попасть. Только ты не знаешь как, а я знаю. Нужно сюда что-то подогнать. Перелезть сюда. Потом вот тут, по крайней мере, дверь вон есть. Или вон там наверх как-нибудь залезть вон туда. Вон еще через ту можно дверь туда попасть. Так, ладно, тут понятно. Тут мы разберемся. Здесь я могу на машину, на сюда, наверх, наверное. Что мы еще можем? Что здесь у нас? О. И можем тупо сюда зайти. Никак. Ну, значит, тогда действуем по тому плану, что я говорил. Вот так. Судя по всему. Так, тут есть записка. Сейчас мы до записки тут полазим. Пусто. Что-то есть. Давай почитаем. Арен. Милый, я собрала вещи, но эти люди из Федра уже начали грузить всех в автобусы, а ты куда-то подевался. На всякий случай я спрятала кое-что из своих вещей в сейфе. Может, это лишнее, но говорят, что Федор конфискует якобы все вещи из-за карантина. Вот это мне очень не понравится. Код по-прежнему даты нашей свадьбы. Понимаю, это было 30 лет назад. Ну, ты ведь не забыл, правда? 30 лет назад. А какое время сейчас у игры? 30 лет. 1970 получается. В 2000-м игра вышла. Окей. Или, может быть, тут где-то есть... Так, тут дверь, там дверь. Сейчас мы посмотрим, что здесь. Ну, здесь такая, по сегодня у нас серия такая. Локация, блин. Ищем, чтобы мы могли сделать. Во, что мы можем сделать. Больше не могу. Так, дверь, дверь. Где же этот сейф, блядь? А, все, я понял. Если 13 октября минус 70 лет, смотри. Что-то мы можем починить, сделать это. Наверное, этим получается. Глушитель можем изготовить. Давай. И стрелы уже не можем сделать. Хорошо. Читать. Медосмотр 4-го. 30-летие 08-10-13. 08, 10, 13. Хорошо. Так, 08, 10, 13. Хуй там. Все верно. Ноль, восемь, десять,
Черт, как там было? Подожди. Читать. 30-летие 08.10.13. Подожди. Последнее письмо мужу. Дай-ка еще раз посмотрю. А, это не то. Подожди. Письмо об эвакуации. Вот оно. Я с собой все... Угу. Все это мне очень не нравится, как... Код по-прежнему дата нашей свадьбы. Понимаю, это было 30 лет назад. Дата нашей свадьбы 30 лет назад. Ага. Тогда получается, мне что нужно? Если было 30 лет назад. Читаю еще раз. Это у них 13-й год висит, у них этот, это минус 30 лет последнее. 08-10 правильно, но надо 13-й год минус 30. 10-й год минус 30, это получается. 70-й, 73 последнее. 08-10-73, правильно? 08-10-73. Так, 08-10-73. Хуй там! Надо или свериться. Не... Я, блядь, так не успокоюсь. Подожди. Ну, карточку какую-то нашли еще. Бери эту карточку. Звездный знак, блядь. Повернуть. Да я вам открываю, читаю, может, кому интересно почитать. Да переверни ты ее, блядь. Читай. И, блядь, не успокоюсь. Вот по-прежнему дата нашей свадьбы. Понимаю, что это было 30 лет назад. 08-10-83, может. 08-10-83. Ноль восемь. 10-83. Да! Я, блядь, неправильно посчитал. Ну, все-таки, смотрите, какой я умный, а? Вы бы додумались бы до такого? Хуй бы вы додумались. О, смотри, сколько всякой ерунды понаходил. Ха-ха-ха-ха. Вот так вот, блядь. Опыт, блядь, и не пропьешь. Так, давай посмотрим, что мы можем тут поменять. Эти патрончики. Вот тут можем мы перезарядить. Давай. Сразу перезарядим, чтобы потом... Порыве этого, блядь, не получилось нам перезаряжать. Давай, перезаряжай, подруга. Отлично. Я, ну, это, 13-й год минус 70, это получается... Не 73-й, а 83-й год. Это же 13-й год. Десятку еще надо было накинуть. Ну вот, пацаны мои. Ребятушки мои, козлятушки, блядь. Я так... Напишите, что Вадим, ты умный, блядь, вообще, блядь, чувак. Так, что тут, блядь? Смотрим. Я такой деловой, блядь, вы не представляете.
Немножко, конечно, математика нехорошо у меня. Так, вон дверь. Ага. Можно выбить окно и сюда пойти, короче. Ладно, это мы чуть попозже сделаем. Давай мы посмотрим, что здесь вообще есть. Ну, вниз можно спуститься. Вверх забаррикадирован. Ну, по идее, смотри, я бы туда залез бы, правильно? И вы, каждый, залез бы сюда. Полез бы по этим вот шмоткам, ну, по этим креслам. И куда надо, вылез бы. Потому что это что тут забаррикадировали, это, блядь, можно... Здесь что у нас? Здесь там, где закрыто было. Давай сюда еще сходим. Чик-чирик. Кокаин, что ли? Что это такое? У кого дома стоят еще такие центры? Ну-ка пишите мне в комментариях. О, раньше была мода, помните? У тебя на сколько дисков? У меня на 3, а у меня на 8. Вот тут, короче, 8 дисков можно было установить. Было такое у вас, пацаны? Было, наверное. А что это такое? Такой DVD-шник, блядь? Ну, в натуре, смотри. Соневский, блядь. Не, ну у меня DVD был меньше BBK, блядь, точно. BBK еще там какой-то был, а это я не знаю, что такое. Какая-то звуковая ерунда. Прикольно. Но раньше было мода, да, потом со временем эти диски... Ну, вы поняли, как это мы... Заедает, зависало, называло. Такие колонки, блядь, четкие. Вот такие колонки дорогие сейчас, блядь, вообще. Они очень хорошие. Особенно старые. Они очень ценятся, они очень качественные. Так, ладно. Что тут мы можем найти еще, блядь? Помидоры, смотри. Вроде еще полно припасов. Ну да, кто-то помидоры выращивал, смотри. Помидоры, рассаду. Правильно? Люди пытались выжить как-то. А что делать? Вот как моя теща любит, блядь, садить вот эту всю ерунду. А что это за такая конская земляника, блядь? Я такой земляники никогда не видел большой. Это клубника такая большая. Какие-то бочки, закатки. Давай, бери. Бери. Мы это понабираем. Я говорю, то значит, тут сейчас будет этот. Перестрелка. Мне всех этих припасов до первой перестрелки, и все. Вы знаете же, как я. Я ж, блядь, я ж по стелсу не могу, чтоб аккуратненько зачистить. Мне ж... О, нашли, заебись. Мне же нужно, блядь, обязательно всех на уши поднять, блядь. Тут дырень, блядь, прям. Стенки, что здесь произошло? Что здесь было? Почему здесь такая дырень, блядь, образовалась? Давай посмотрим, что мы тут можем скрафтить. Мы можем, пацаны, короче, все здесь. Блядь, кто это, сука? Мы не вернемся, понятно? Ты кто такой, нахуй? Сука, ебать тебе в рот. Вашу мать. Черт у Айзека! Подожди, сколько вас? Трое, блядь. Мы не вернемся! Кто вы такие, блядь, э? Да, блядь, подымись, подымись. Сядь, 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 блядь. Блядь, стой, сядь быстрее. Садись. Сейчас мы разберемся с ним. Прямо здесь! На, сука ты. На. Кого еще здесь? Садись. Иди сюда, мать твою, нахуй. Иди сюда. Трусиха. Иди сюда. Твою мать.
Так, а если я перепрыгну на него, нападу? Ну что ты, а? Ну что ты? На! Честно сказать, это было, конечно же, с подтишка они на меня напали. Господи, вы больные, что ли? С подтишка напали совсем, я не ожидал. Это раз. Вообще какой-то прикол. Я только подошел к этому к верстаку, и на меня напали. Туре больные, блядь, все. Так, здесь мы что можем сделать? Мы можем устойчивость модифицировать. Вот этот можем. Давай тут мы что-то замодифицируем. Скорость натяжения. Скорость натяжения тетивы плюс 50. Устойчивость. Замена рука позволяет уменьшить раскачку оружия. Плюс 60. Дальномер. Дальномер автоматически измеряет расстояние до цели, на которую наведено перекрестие. Окей. Давай скорость натяжки возьмем. Смотри, она прямо делает тут все. Не просто так, понимаешь? Она вот что-то все мастерит, блядь. Какие-то штучки он повесил. Все, тут я ничего вообще не могу сделать. Магазин, устойчивость, скорострельность. Устойчивость, магазин. Устойчивость, скорострельность. Здесь можно, по крайней мере, магазин больше сделать. Давай здесь скорострельность. Сделаем. Ну все получается, больше ничего я не могу сделать. У меня не осталось этих. Ну вот, как-то так. Как-то так, друзья, ребята. Надо быть осторожней. Так, а куда мне вообще нужно, блядь? Мне нужно туда. Как-то попасть. А тут она упадет. Блядь. Может, они отсюда пришли? Закрыто? Не, нифига. Слушай. Так а что я неправильно сделал? Ай, блядь. Я думал, она пройдет здесь просто. Ну, вы поняли. Вот по этой штучке, я думал, она пройдет дальше туда. Пойдет. Фиг, она не пошла. Так а толку, что я сюда пришел, что я тут хожу теперь? Тут если только сейчас вниз спуститься, где тут лестница? А вот, смотри, что еще тут можно найти. А, они сидели в этой комнате или что? Прятались. Что-то понять не могу.
О, какой-то можно найти этот журнал какой-то. Мы нашли. Органическая Надо какая-то будет ерунда, блядь. познакомиться. Органическая химия. Новая ветка модификации, взрывчатка. И изготовление разрывных стрел. Улучшенные мины ловушки. Улучшенный коктейль Молотова. Больше мин ловушек. Больше разрывных стрел, блядь. Короче, тут мы можем, кстати, можем на что-то потратить сейчас. О, бери. Это хорошо. Еще какая-то записочка есть. Привет, Мелисса, оставляю тебе это, если ты все-таки решил пойти с нами. Мы выходим из опорного пункта на рассвете. Я задерживал остальных сколько мог, но нами заинтересовался Айзек. Мы все хорошо помним, что было с прошлыми дезертирами. План тоже – идти на юг и проверить эти слухи. Может, это и глупо, но уж лучше глупая надежда, чем упрямый фанатизм Айзека. Вспомнили, как были, какими мы были. ВОЗ нас приняли, но мы для... Но мы... Но они для нас чужие. Я очень хочу, чтобы ты ушла со стадиона вместе с нами. Короче, блядь, кто куда, блядь? Я похожа на псину. Кто куда уходит, кто куда приходит. Короче, сюда можно сходить, куда хочешь. Вот, давай как раз мы шоколадку съедим. Все, пацаны, давайте в следующей серии сейчас мы туда сходим и выйдем отсюда. Все, обнял вас всех. До новых встреч. Пока-пока.